В Люберецком ремесленном училище в конце 40-х годов ребята не только учились в классах, но и ходили на производство. Чтобы молодые люди смогли быстро освоить рабочую специальность, была практика на заводе имени Ухтомского. Мастер-наставник Николай Петрович Кривов провел ребят по цехам. Огонь, дым и строй расплавленного металла в литейном цехе впечатлили юного Гагарина. Постепенно ребята привыкали к заводской жизни. Опытные рабочие знакомили мальчишек с рабочей профессией. Ребята сначала наблюдали за работой литейщиков, потом сами выполняли задания. За хорошую работу воспитанники получали деньги. По итогам производственной практики Юра перевыполнил план на 3%. Половину своей первой зарплаты Гагарин отправил маме домой в Гжатск. Сохранилась фотография Гагарина в литейном цехе. Также есть ковш литейного цеха завода Ухтомского, которым работал Юрий Гагарин во время своей практики. Эти экспонаты были переданы в музей Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина.